Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами снова Ви, и мы с вами продолжаем играть в Dungeons 2. Итак, в предыдущей серии мы с вами покорили кроликов из ада, и дальше, я думаю, мы с вами пойдем по ветке Орды, а потом уже пойдем по ветке, судя по всему, демонов, потому как, ну, зачем переключаться туда-сюда и постоянно путать юнитов, линейку и т.д. подобное. Обеспокоенные тем, что не может управлять мятежными демонами, абсолютное зло отправилось на север, в чумные земли. Там уже много тысячелетий подряд обитали умертвия. Не было сомнений, что они захотят присоединиться к абсолютному злу. Итак, живой мертвец, поехали. После того, как демоны сбежали от абсолютного зла, оно жаждало вернуть себе контроль над умертвиями. Для этого зло отправилось в местечко, известное как Чумные земли. Там, на роскошном огромном кладбище, развлекались толпы умертвий. Если допустить, что умертвия умеют развлекаться. Что-то не видно их. Но так было 20 лет назад. С тех пор Альянс превратил это место в чумные земли. Невыносимо хорошее место, тщательно охраняемое из-за сомнительного прошлого. Абсолютному злу предстояло вначале позаботиться о страже и полностью все там разрушить, прежде чем прибрать к рукам умертвий. И у нас, собственно, опять по ходу дела ни хрена нет. Или есть? Арена? Шикардиатина. Давайте в таком случае. Собакевич. Пошел вон. Ай-яй-яшечки. Ну ладно, сделаем тогда пока так. Враги у нас будут переть отсюда, отсюда и отсюда. Блин, предлагаю сделать... одну единственную дорожку нахер. То есть, допустим, они будут те... Ладно, мне надо сейчас... Для начала я обеспечу рабов работой. А потом уже... подумаем, что да как делать. Так, здесь у нас больничка расположена, что тоже неплохо, но надо ее немного расширить. Эть, не так, вот так. Плюс надо выкопать вот здесь комнатку. Ать, Собакевич. Здесь тоже у нас месторожденица. Ну ладно, сделаем пока вот так. Да? Да. А здесь у нас никак нельзя, ну и хрен с ними здесь. Здесь мы раскопаемся вот таким образом. И потом вот таким. Да чтоб вас всех куда поглубже. Ну ладно. А вот здесь мы... пожалуй, вот так прокопаемся. Это мы закроем. Не будем трогать. Ладно, здесь мы все прокопаем. На данный момент, по крайней мере. И мне надо больше рабов.
Десятерых, я думаю, хватит. Плюс мне надо орка, нагу. Ой, гоблина, орка, нагу. Ну, я думаю, пока хорош. И нагу мы сразу пошлем тренироваться. Просто потому, что я такая сволочь. Которому надо, чтобы его воины тренировались. Хотя он сам ни хрена не тренируется. Ну давай. Таким образом, это пока не будем копать, это распокопаем. Это тоже распокопаем. И вот так, и вот так, это не трогаем. Ну, пока что... Да ядрить тебе поглубже. Не надо урчать на меня. Я тупой, немного набуханный. Чаем, но тем не менее. Моей любимой пивной кружкой чая. Опачки, здрасте, приехали. Так, тебя мы тоже не трогаем. Так, значит, в чем мой план состоит? Эти паразитоидные отродья будут идти в любом случае с трех точек. То есть я предлагаю сделать каким хреном? Путь сделать таким образом, чтобы выходящие отсюда приходили, скажем, откуда-нибудь отсюда. То есть первый, второй, третий, назовем их так. Чтобы с третьего враги проходили через второй и приходили к первому. То есть вот через этот проход. Известие о появлении абсолютного зла распространилось среди сторонников Альянса, словно лесной пожар. И вскоре злу пришлось столкнуться с их нежеланием терпеть его присутствие. Срандили вы в господне, а? Что ж вы мне прервали-то, твари? Так, давайте еще парочку орков, пожалуй. Так, еще одну пивнуху. Просто потому, что эти твари бухают как не в себя. Так вот, и чтобы они мне тут слишком быстро не проходили. Не чтобы они вот так вот сейчас... напрямую протопали. И вот тут вот сдохли бы. Например, я говорю. А чтоб они вот из второго, они пошли к первому. То есть путь вот таким образом. Путь из третьего через второй. Вот в эту точку опять же. А здесь коридор с гребанными ловушками. Прям чтоб они все нахрен сдохли. Чтоб они прошли вот тут как раз. То есть вот тут по центру проходили. А здесь их уже... Точнее, проходили вот сюда, а здесь их уже ожидал гарнизон. Идея шикарная, по-моему. Реализация, конечно, будет хромать, но тем не менее, идея неплохая, по-моему. Так, 10 этих паразитов уже есть. Ты у нас бесконечный источник. Почти бесконечный, ладно. Ага, не сдохли, да? Ну, конечно, было наивно полагать, что они все сдохнут. Так, а мне бы, знаете что, мне бы кузницу. Мне бы сейчас обустроить кузницу. И, кстати говоря, сколько она здесь? 4 на 4. Кузница на два калеки? Мало. Ну и здесь тоже мало. С другой стороны, почему бы и нет? Вот тут завалить, здесь прокопать.
Сколько у меня бабла? Бабла у меня много. Так, для начала мне надо арену Гарену дальше строить. Ну и сделаем вот такую вот маленькую хреновинку. И будем потихоньку качать этих паразитов. Пиво у нас уже делается. Это дело. Мне надо бы закрыть, конечно. Вот таким образом. Потому что табурет. Просто потому что табурет. Подземелье вошли враги. Да пошли они нахрен. Так, пивоваренка. Здесь вот это дело, здесь надо больницу достроить, а вот здесь, кстати говоря, бумбая. Сволочи живучие, а? Ну, допустим, даже вот здесь проход. Так, вот это выкопать нахрен. Где все рабы? Вот оно что. Вот какой херней вы маетесь мне тут, да? В принципе, чем не место под кузню? Сколько она? А, на 3 на 3. 3 на 1 занимает. Ну, допустим. Так, пока что мне хватит одного тролля. Мне надо побуждение растяп. Дорого до звезды, но что поделать. Суповые наборы пошли опять. Пивоварню расширим, поставим еще одну пивнуху. Валим, тренируйся, паразитоидное отродье. Допустим. Допустим, это нафиг не надо, это надо. Это сюдашечки, это такушки. Это так, это так, это сюда. И вообще, по сути. Угу. Так, теперь мне надо бы на... всю эту хурму отгородить. Пожалуй. Конечно, не очень удобно с точки зрения вот этого золота.
Ну кого она вообще трогает? Мне, блин, нужна караульня, и я ее построю. На 8 существ, зашибись. Чтоб эти паразиты у меня тут не шлялись без дела. Ну, кроме зеленого. Зеленый пойдет качаться. Мне вообще надо бы еще парочку растяп фигарнуть. Еще одну нагу. И исследовать стройкмат. Шевели жопой. Для начала мы, конечно, все золото выкопаем ко всем хренам. Просто потом... Снова эти гондурасы пошли. Пошпиндерехали сюда. Ну ладно. Через второй. Я ж правильно понимаю расположение их? Не через третий, значит, я ни хрена, значит, не понимаю. Па-па-па-па-па-па-па. Ну, значит, мы сделаем вот такую тропинку. Вот тут будет первая. Хотя... Нахрена мне вот это вот... Я им просто сделаю тропинку. Просто гребаную тропинку. Вот и все. Пусть несуют свои длинные хлебальники. Скажем так, дела моего подземелья. Так, вот тут они будут поворачивать, соответственно. Мне надо бы на тропинку вот сюда. И вот тут уже будем строить тропу смерти. Хотя, может быть, и чуточку повыше. Да, вот так, пожалуй. Вот так вот лесенкой. Лесенкой чудесенькой. Шевелите жопами, паразиты. Слышь, ты там мне... Где вообще ты? Ты... Так, ты прокачаешься до следующего уровня? Чё, нет? Нет. Ну, значит, пойдёшь ты. Пора платить за... А, очков не хватает. Ну, допустим. Так, лучше настройка мат. Шикарненько. Повернись как-нибудь. Ладно, плевать. Раз стройкомат, два стройкомат. 42 максимум. Ну ладно. В
подземелье вошли враги. Насрать. Их легион, а нас рать. И мне вообще пофигу. Давайте сразу вот тут сделаем вот эту вот хреновину. Ага, гном пошел. Зараза. Тут еще и богатое месторождение. Шпендерех. Ну и хорошо. Давайте-ка мы вот это сделаем. И плюс мне надо бы на... где? А. Инструментов 10 надо. Орк, орк, орк. Кролик. Блин. Нагу-магу первую отправил зачем-то. Не знаю зачем. Но отправил. Сорян, нага-мага. Что-то никого я тут не находил вообще. Ни своих, ни чужих. Вообще никого. Ну, кроме крыс, ладно. Так, значит, раз местечко. Два местечка. Три местечка. Здесь вообще надо будет закопаться. Ну и лучше всего будет, конечно, вот здесь местечко поставить. Вот здесь местечко. И вот тут. Ядрить, вы за Калимдор уже. Искать в ближайшее место, а? А. Намек понял. Ближайших мест у вас и не было. Ну, теперь есть. Таскайте туда. Будьте так, блин, любезны. А где у меня кузница? Я что-то забыл. Насрать. Где кузница? Куда я ее воткнул? А, вот она. Ты до сих грёбаных пор? Шевели хлебальником. И ручками своими. Будь так добр. Людишки все прут, а через 8,5 минут они вообще попрут. Так, это мы закроем, здесь у нас дверца будет, здесь у нас вообще пофиг. Друиды. Друидки, если точнее быть. Фас. Подземелье вошли враги. Вы что там, сговорились, что ли? А, ну да, вы же сраные людишки, вы сговорились, конечно. А какого, собственно, хрена вы настолько сильные, а? Подскажите мне, пожалуйста. Ах ты лужа! Ну-ка, пойди сюда.
работать, хлебало разносить, убивать, кромсать, орда, гра, вак, твою мать. Кому нести его? Вы там охренели, что ли? Пора платить за плату. Суповые наборы, блин. Ты когда там сдохнешь, а? Шевелите хавальниками. Че ж вы так долго-то, а? А, ну конечно. Угу. Так. В подземелье вошли враги. Кто-нибудь мне подскажет, какого хрена у меня до сих пор не изучено улучшение на алтарь? Работай, сволочь маленькая. Фас. Вы чё такие жирные, а? Как раз вовремя, или лучше поздно, чем никогда, с юга появились бойцы Орды. Возможно, они возвращались из любимого трактира Винчестер, которым управляли два брата. В любом случае, эти войска пришли на помощь, и абсолютное зло могло с умом их использовать. И эту отсылку я в свое время тоже не оценил. Потому что также не смотрел в тот момент сверхъестественное. Так. Алтарь, шевелись. Блядство. Наркотики, грёбаный разврат, а? Эть, нет, не-не-не, не надо. Фу, кыш. Нельзя. Зараза. О, все. Так. Дорожка тут. Это нахрен. Отставить! Во тьмашу. В вашем подземелье враги. Так, теперь еще раз. Вот этот путь у нас главный. Да. Мне нужны...
Почему у меня один гоблин? Коммунизить их. Коммунизить. Гарри Шоргуш. Влогук. Кто там так вздыхает, когда подыхается? И? Бла-бла-бла. Блин. Блядство. День зарплаты. Да ёлки, попади ты. Так, пиво есть, инструментов ни хрена нет. Вашим подземелье враги. Насрать. Их легион насрать, пофиг. Надо новое улучшение. Численных неудач альянса, прибегнувшего к топорной тактике атаки волнами, военачальники решили сокрушить абсолютное зло одной гигантской атакой. Конечно же, она провалилась, но была близка к успеху. Очень близко. Это не забегаешь ли вперед, мужик? У меня даже ловушка не готова. В вашем подземелье враги. Да я понял уже, хорош мне постоянно это повторять. Какого черта ты здесь одна делаешь? В вашем подземелье враги. Лядство. Из книги «Чумные земли» «Цветный туман». В мертве примерзейшие твари. Никакого шика и неповторимого стиля, который мы привыкли видеть у мертвей, в особенности вампиров. Тщетно было бы искать там персонажей любовных саг для подростков. Руколицо. Во-первых, я забыл закрыть здесь путь, когда создал вот этот путь. Во-вторых, эти паразиты все с бардами приперлись. В вашем подземелье враги. В-третьих, мне надо этих как-то вернуть домой. Как-то! Блин! Идиотина! Кисло ШТП! Ротарон, не зач, домой. Вать Машу, блин.
Тут еще и паладин. Которого, мне кажется, очень быстро приходовали. Фас! Мне кажется, у меня слишком много трупов будет. Последние войска Альянса были разгромлены, и вместе с ними бежали армии добра. По крайней мере, временно. Теперь пришло время изменить тактику и перейти в наступление. Нужно было восстановить былую славу чумных земель. Не-не-не-не-не-не-не. Пока мы ничего не будем восстанавливать. Хипстерова. Ничего здесь убрать нахрен не успел. Эть, не надо. Не успел. И пофигу. Инструмента всего один. Какого, собственно, хрена? У меня всего два гоблина. Дерьмище. Так, продлим-ка мы. Я, наверное, даже сделаю вот так, а вот это обратно прокопаем. Ну, само собой, кроме этого, к сожалению. Ну и этого заодно. Главное, блин, перекрыть им все дыры. Чтобы они меня тут насрать не смогли. Так, теперь еще раз. Здесь пусто. Прямая дорожка сюда. Здесь тупик. Прокопаем здесь, закроем вот здесь. Так, и все они приходят, соответственно, сюда. Но мы закрываем точку здесь. Закрываем точку здесь. И они все попрутся вот тут. Неплохо, по-моему, да. Сколько еще двоих можно? Значит, вот так. И, пожалуй... А, да ну и хрен с вами. Все, собственно говоря. Какого черта у меня так мало инструментов? Кто мне подскажет, кто мне расскажет? Шевелите жопами, твари! Фас! Че стоите? Ну, собственно, раз, два, три. Три молотилки и взрывашку вот тут.
Запарили уже рыгать. Сволочи необразованные. Хотя о чем я, эта шарда? Так, ну тут пока что... Так, здесь мы буквой Г. Здесь мы... Вот так. Здесь мы вот так. Насрать. Их легионы, насрать. Все по чесноку. Так, ну и заодно протестируем. Пока что они прутся так, как должны. Ну и ловушки уже частично готовые. Кстати, вот тут неплохо будет смотреться шарик. Вот так напрямую прям. Что мы исследовали? Броню. Ладно, пока эти пидорюги их там задерживать будут. Бабла у меня нет ни хрена. Бабла у меня ни хрена нема. Лишь 20 лет разделяют смертельные чумные земли и неприятно расфуфыренные чудные земли. Невероятно, чего можно добиться лишь баночкой краски. Но это мы не будем трогать, это мы вскроем, само собой. Здесь мы прокопаем лучше. Только хотел спросить, а вы что тут носитесь? Бардов нет? Смотрю на барда, вижу фигу. Пора платить за плату. Слышь! Выку... Вы совсем ебабо. Нас тут атакуют, как бы, не? В подземелье вошли враги. Им пофиг? Аллилуйя! Алиэкспресс, мать их, луя! Гоблинов мне пофиг, на это мне пофиг. Бабла не так до хрена. Ну, хотя, кстати, вот это вот можно сделать. А тут барда вроде как нема, так что они хорошенечко сейчас по хлебальнику получат. Тоже неплохо. Так, а
Как туда попасть? Ага. Значит, тут какая-то комнатка есть. Прежде чумные земли были уютным пристанищем для умертвий. Однако, после падения абсолютного зла, это место захватила шайка, известная как Алый Крестовый Поход. Они превратили чумные земли в чудные земли. Они даже сняли об этом фильм, очень грустную картину под названием «Жизнь после смерти прекрасна». Это шикарненько. Осталось их только тормозить вот на этих участках. И вот здесь давать звездюлей шипами. И все будет идеальненько. Один беспечный сопляк, прокапываясь сквозь подземье, наткнулся на старый мавзолей, в котором обитали безмозглые умертвия. И они были голодны. Очень, очень голодны. Ну, значит, пока будут ждать, чтобы пожрать. Мне тоже приходится ждать, чтобы пожрать, если что. Так, 30. Наверное, улучшенных молотилок тут понаставлю. Чтоб уж закончить, по крайней мере, с ними. Но вот тут мы не сможем воткнуть молотилку, только потому что, блин, вот это вот месторождение здесь есть. Соответственно, вот это вот хреновина. А здесь у нас бард есть. Барда нет. Все хорошо, они сами сдохнут. Раз уж барда нет, они сдохнут сами. Надо бы сделать грейд на бухло. Ты им займешься. Работай, лужа, а не смотри на меня. Бьется? В чумных землях царили гармония и единение. Здесь не было конфликтов, ведь умертвие не враждуют между собой. Здесь не было нужды, ведь умертвие ни в чем не нуждаются. В общем, идиллическая утопия для тех, кто мертв. Хм. Мне кажется, зря я тут, конечно, поставил сундучок этот. Нет. Так, еще 2000 здесь. Здесь бухло делается, здесь грейд делается почему-то медленно. Да, вы закал... Сделайте-ка мне грейд на захватывающую вахту, пожалуйста.
Они заколебали просто тут уже уходить, блин. В подземелье вошли враги. Барт, ну-ка выщелкать. Сдохни, мразь. Молодцы. Оружие и вахта. Так, здесь у нас просто склад небольшой оказался. Здесь ничегошечки. А вы знали, что в первой игре Dungeons появляется некто Калипсо? Не путать с величайшей компанией Калипсо. Не знали? Что ж, хотел поразить вас этим важным пустячком. Нам и в самом деле нужно вернуться к игре. Скорость работы плюс 100. Гоблин, работай, мать твою. А вы заколебали ходить. Сволочи. А я еще на хитрость пойду. Раз меня настолько достало, что эти твари постоянно ходят туда-сюда, я сделаю им сокровищницу там. Ха, обхитрил систему. В скобках нет. Так, мне надобно еще одного гоблинуса и еще одну нагу. Ну что-то звезда, как медленно они все это делают. Это урочи отроди пойдет тренироваться. Плюс поставим где-нибудь... Не поставим, да? Сделаем так. В таком случае... Заколебли уже. Во-первых, здесь расширим помещение. Во-вторых, поставим еще один стачкомат. Или как он там? Стройкомат. Потому что больно они уж медленно работают. И ты у нас пойдешь тоже тренироваться. Бард. Убить Барда. В подземелье вошли враги. Заколебал. Местные умертвия порой устраивали большие тусовки, так сказать, ужастики вживую. Но все прекратилось с тех пор, как земли стали чудными. Мужик, честно, заколемдор. Убейте его уже, а. Заколебал он тут ходить. Понатыкаем двери здесь повсюду. Просто потому, что мы можем.
Вот и все. Потому что мы, блин, можем. День зарплаты. Так, да мне ж лучше невозможно. Быстрое воскрешение, бла-бла-бла, все дела. Это пофиг, это пофиг. Это пофиг. Что-то вы медленно работаете, ребята. Подземелье вошли враги. Собакевичи. Кстати, да. Первых раз, а вторых выживее. Давайте мне еще один уровень. Кстати, игра Dungeons 2 не была взломана и никому не удалось завладеть исходным кодом. Игра не была разделена на две части. Разработчики даже ни с кем не ругались в социальных сетях и не спали с журналистами. В общем, разработка игры не отличалась разнообразием событий. Такая вот скучнейшая история. И как это попало в текст? Боевые кличи, пол... Славненько. Да где все наги-то, ёб вашу медь? Какого пушкодрапеля? Работать, скотины! Как... Серьезно? А вы где? Да. Подземелье вошли враги. Бард есть? Вроде нет. Ну и хрен с тобой. Ванька, пойдем откоммунизим у мертвей. Совесть тут сидите, ждете. Вы у меня идете. Дефибримат закончен. Хорошо. Пожалуй, я небольшую перестановочку тут фигурну. Чтобы хотя бы парочку дефибриматов засунуть.
Вот так. Пойдет. Ах ты сволочь мелкая! Ты где... Блин. Маленькая гнида. Вот где эта мразь скрывалась, а? Когда появлялся весь этот ряд. Где эта мелкая тварь была? Исторический вопрос. День зарплаты. 2000. Вы охренели. Вы мне там когда... Собака, сколько можно? Хорош, блин, бухать, жрать и спать. Сволочи. И хорош, блин, с места на место переетываться. Сделайте, и я отвалю от вас. Просто только кого делать? Подземелье вошли враги. Я, наверное, сделаю еще одного кролика. Еще одну ногу. Нахрена я это сделал? А черт меня пойми. Ну-ка, стоять. Пошел вон. Учись. Гнида зеленая. А вы дохните, гниды мелкие. Так, мне надо как-нибудь их централизовать, чтобы они у меня не везде бегали. Как минимум отменить вот это месторождение. И вот эти два. Ну честно, за Калимдор уже бегать туда-сюда обратно. Вот и все. Так, нет, не все. Мне надо еще одну хилешу. Значит, тебя, мудила, пошел вон. А тебя, бухущую мразину, будем ждать, когда этот доучится. Ты. Серьезно, да? Мудак. Пшел. Бляха-муха. Опять пал один. Кто его от кому низдит? То вам меньше шлепков достанется. Че, раз на раз, что ли? Нет, конечно, мышарда. Зачем раз на раз, когда может толпой на одного? Живи и учись, а.
Так, отлично. Какой мудила мне нужен был? Иники-беники, вот ты. Шевели жопой. Учись давай, а. Шевелись. Барт! Убить мразь. Все, лежи, тварина. Молодец. Хороший тролль. Не тупой тролль. Хороший. Какая ты жирная мразь, а? Ну шо, ини, мини, майни. День зарплаты. Поливать. Давайте, сволочи, откуда вы появитесь? В вашем подземелье враги. Угу. Значит, выгружаемся тут. И вообще возле птицы. Поехали. От коммунизма этих тварей. Границу чудных земель охранял небольшой военный лагерь Альянса. Нападение изнутри чудных земель непременно их удивит. От коммуниздили. Лишь немногие могли противостоять орде абсолютно. Южные военные лагеря Альянса, очевидно, в число этих редких счастливчиков не входили. Они исчезли с лица земли быстрее, чем мозги в толпе зомби. Так, ну, ясен хрен, что мы в другие точки отсюда не попадем. Значит, нам надо опять через подземелье идти. Ну, ладно. Окей, ладно. Ладно, ладно. Без проблем. Ладно. Даже. Не, обида. Эх. Пойдем второй лагерь коммунистить. Здрасте, а вы кто такие? Грифоны? С башками сов? Серьезно? Грифоны? Ну ладно.
востоке чудных земель располагается небольшой лагерь Альянса, который стережет местные огороды. Он мало что сможет противопоставить толпе буйных орков. Но почему орков? Орков, нак и троллей. Почему только орков? Что за дискриминация, а? Диктор. Аванпост Альянса на востоке не смог противостоять орке. Еще одна часть чудных земель освободила место для прекрасных гробниц, из которых в скорости восстанут мертвецы. Угу. Так, вот теперь, внимание, вопрос. Отсюда мы дальше пройдем. В вашем подземелье враги... Нас, легионы, их рать. Вообще пофиг. Книжечка. Броня. Ну, лады, возьми ты. Пойдем удохать медведя. Дайте угад... Мразь мелкая. Кто-то они медленно продвигаются. По моим ловушкам. Привет. Пойдем наверх. Пикси. Звезданием писи по башке. И пойдем топтать огороды. Прямо на пересечении дорог находилась маленькая, но хорошо укрепленная деревня Зайчье Поле. Альянс сможет атаковать оттуда подземелье. Уже не сможет. Мы отсюда не уйдем. Не смей скрываться от меня, лужа. Давай сначала башенки, а потом этого недофермера. Ах, вы суповые наборы! Пора платить за плату. Надо было сначала эту палатку разбить. Глупый барана-сурикат. Ну шо, потопаем сюда. Дриады? Нет, кентавры. Откуда они туда вошли, скажите мне, пожалуйста, если я уничтожил волну, которая должна была идти ко мне? А, паладин, ясно, заткнулся. На севере чумные земли, ограничивала непреодолимая стена из монолитного льда. Никто не знал, что там за стеной в северных пустошах, хотя преобладали слухи об ужасных чудовищах и всем таком прочем. Однажды абсолютное зло с удовольствием проведет там отпуск. Небольшой спойлер, с этой стенкой мы с вами еще поближе познакомимся. Не все чумные земли оказались захвачены Альянсом. Одна область была настолько пропитана злом, что там уже ничего не могло вырасти. Ее быстренько окутали чарами и оградили огромной стеной. Вход туда можно будет найти, вероятно, только после того, как все остальные чудные земли падут. Намек понял, пошли кому нити следующие. Следующий лагерь.
Сотобалана. Столица чудных земель располагалась на северо-западе страны. Хипстер Бридж. Да, согласен, ужасное название. Что поделать? Несмотря на смешное имя, Хипстер Бридж очень хорошо охранялся и был готов всеми силами отразить нападение. Торге придется сильно постараться, чтобы снова превратить город в чумную землю. Разве? Мы уже внутри. Никто толком даже не пострадал. Хипстерова. Хипстер Бридж. Тьфу, блин. Придумали же. На потеху ржаки. Ай-яй-яй-яй. Сейчас больно будет. Надо было собак все-таки изучить. Дриад, валите. Валите дриад. У этих сволочей есть связывающая магия. Так, раз, два, три, раз, два, три. Валите все нахрен вы. Ну и этим камешком по башке зарядите, пожалуйста. И этому заодно. Ну и столицу заодно тоже. Пока-пока-пока, мушкам. А, что-то еще есть? Я упустил что-то. Пчхи. Эти две башенки не дают захватить мне этот город. Задание выполнено. Чудные земли стали достоянием истории. Да здравствуют чумные земли. Еще немного, и мертвецы снова восстанут. Скелеты, зомби, белые бродяги. Хотя последних может и не быть. Ссылочки к Астеросу. Честно говоря, их было меньше, чем рассчитывало пораженное зло, но тем не менее. Силой мысли оно коснулось их, чтобы приручить и подчинить себе. Но зло не преуспело. Кто-то уже овладел ими. Из усыпальницы на востоке поднялась огромная фигура и произнесла, обращаясь к абсолютному злу. Здесь вы не властны. Я подчиняюсь лишь приказам короля Гондора, то есть абсолютного зла. Живые, пришло время умирать. Абсолютное зло такого не ожидало. Похоже, какой-то самозванец пытался присвоить себе его титул. Хотя с этим оно разберется позже. Вначале нужно было устранить угрозу, поскольку умертвие явно собирались на битву с Ордой. Вполне очевидно, что кто бы ни управлял умертвиями, делал он это откуда-то из пустоши. Чтобы устранить угрозу, абсолютному злу понадобится отправить туда войска. Вообще пофиг. Отправим. Мне кажется, ли она только что по воздуху шла? Ползла. А с это балана камнями ей похлебалу. Шикарненько. И пойдем валить предводителя этого чертового. Но сначала башенку. А вот теперь можно и предводителя звездануть.
Пойдем. Все-таки правильно, что я по этой тропинке не пошел в тот раз. Тут есть, конечно, еще парочка. Вернее, была парочка групп врагов. Так что спокойно, совестью идем сначала грифонов звезданем. Потом людишек. А потом мы... Этого не до короля Гондора со ссылкой на Властелин колец звезданем. Хель. Снова появилась та же фигура, что мы уже видели прежде. Существа неописуемого зла замерли в замешательстве, не зная, что делать. Дурак! Я же предупреждал, не начни гражданскую войну, ибо ты за это заплатишь. С этими словами загадочная фигура вновь исчезла. Может, она плохо позавтракала? Ну да ладно. В усыпальнице прибывает царь скелетов, которого надо перемолоть в костную муку. Не заставляйте его ждать. Это было бы невежливо. Пофигурили? Вынесем его костный мозг. Окей. Мне вот эта вот хрень не нравится. Блин, у меня опять нет гоблинов-убийц. Лядство. Шевелите жопами! Минус раз. Убийц. Земелье вошли враги. Нас легионы храть пофигу вообще. Хрен ли ты меня достать смогла? Подземные катакомбы служили домом не только бесчисленным умертвием, но и гигантским крысам. Вполне возможно, всемогущее зло могло бы этим воспользоваться, зная, что крысы не прочь полакомиться косточками и стравить соседей друг с другом. Но... Как-то пофигу! Мне все равно большую часть придется самому убивать. Блин, не хочу опять этот гребаный путь проводить сюда. Пора платить за плату. Фусрода, ёпта. С моим мечом.
Ледяной вой колокола. Ледяная скорбь, твою мать. Переговоры тут не в чести. Поэтому могущественное зло выбрало самую целесообразную в таких случаях тактику. Лупить, пока не перестанет двигаться. Царь скелетов был не в состоянии противостоять созданиям неописуемого зла и под их мощными ударами обратился в пыль, как вампир на солнце. Как настоящий вампир, а не эти рохли из сумерек. Ну и отвлекаюсь. У мертвия в особый восторг не пришли и упорно отказывались подчиняться абсолютному злу. Очевидно, их что-то останавливало. Однако без предводителя они больше не представляли угрозы. Совершенно неуправляемые они бестолково бродили взад-вперед. Поэтому абсолютному злу они были совершенно бесполезны. Тогда зло стало пробиваться к королевской гавани, чтобы уничтожить оставшиеся там силы Альянса. Хо-хо, победа. Пока Альянс сражался, нет. Пока абсолютное зло отвлекалось на демонов и умертвий, войска Альянса перегруппировались. Молодой король Джоффри стал преемником короля Роберта и твердо вознамерился отомстить за смерть отца. Для этого он устроил важный династический брак. Он пригласил всю знать королевства, чтобы собрать все войска в одном месте. Объединенными усилиями они нанесут главный удар партии. Посмотрим, как они это сделают в следующей серии. А пока всем спасибо за внимание, всем пока, всем удачи и до встречи в следующей серии.